Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Атака. Все подорожало. У нас это все получается. Вкусно мы поели. Вот такая у нас интересная жизнь, Мерсини. Друзья мои, хочу показать вам, что почем, а именно сколько стоят крупы у Мерсини. Вот на сегодняшний день. И что мы купили на базаре. Сейчас все расскажу вам. Ну вот, мои хорошие, горох, кажется, 25 лир килограмм. Мерджимик, 20 лир килограмм. Белая фасоль, 20 лир килограмм. Зеленый мерджимик, чечевица, 20 лир килограмм. Оливки, 30 лир килограмм. Черный перец, кимьон, 100 лир килограмм. И мы взяли по 100 грамм. И вот купили такой соус из гранат. Мне очень понравился. 20 лир килограмм. Так, что дешевые? Апельсины 3 кило, 10 лир. Вот этот перец 15 лир килограмм. Друзья мои, обалденные цены. Огурцы мы купили по 6,50. Вот такая вот худая марл, салатик, 5 лир килограмм. А зеленушка, пучок в 2 раза меньше, чем в прошлый раз, 3 лиры килограмм. Вот все, 3 лиры, 3 лиры и петрушечка. Так что вот такие покупочки у нас. Друзья мои, посмотрите, что принес сейчас Ашкым. Смотрю, 9 часов его нету, а он вот чем занимается. 10 килограмм картофеля, бананы купил. Мы на базаре сегодня не купили днем, а сейчас лук был 7, он по 4 нашел. Вы понимаете, какой у меня хозяйственный. А это, говорит, 25, а по 15 дали. Вы представляете? Друзья мои, сегодня замечательная погода. Солнышко то прячется, то выходит, но уже... Пахнет весной, тепло, так классно. Ой, обожаю вторник и пятницу, когда мы встречаемся с нашими девочками. Наболтались, кофейка попили, йогу сделали, отлично, растяжку. В общем, желаю вам найти таких же друзей, как я нашла здесь в Турции. Сегодня я испекла хлеб из зеленой чечевицы, друзья мои. Добавила чеснок и красный перец. Сейчас попробую. А вместо геркулесовой муки овсяную хлопью положила. Добавила нутовую муку. Вкусно. А как пахнет на всю квартиру. Обалдеть. Куртку одела, которую другу не понравилась. Друзья мои, мы идем на отпечатки. Меня вчера позвонили и вызвали. Так что быстренько с утра успела я все сделать, попылесосила дома. Позавтракала, уже накормила. Деловая. Но погода уже хорошая. Удачного дня, мои дорогие.
Мои, пока помню, расскажу вам, что случилось. Мы пришли, значит, в это здание, вот в это здание. Оно находится возле Гёчдариси. Значит, зашли в кабинет, очереди нет, спокойно, свободно заходишь, сели, ввели мои какие-то данные там в компьютер, спросили, значит, моего мужа о семейном положении, сколько раз был женатый, есть ли проблемы в суде, также и меня, сколько детей от первого брака, также и меня спросили, кое-что еще так, бытовые темы поговорили. Ну так я так спокойно была, вообще не нервничала, ничего, как есть, все и рассказали. Где познакомились, как познакомились. Потом, значит, какие-то нам конвертик дали. Мы, значит, перешли в другой кабинет. Там мужчина задал тоже нам пару вопросов, а именно, где же этот, сколько... сколько лет женаты не спросил, он просто спросил, еще раз спросил, как познакомились мы, есть ли у нас проблемы с судом, если бы полиция, там, с солдатами, там, что-то такое вот дело, когда полицейский, он не имеет права, и солдат военнообязанный жениться, с этим связан. Сейчас мы едем сдать мои отпечатки пальцев, ну вот и все, все так легко. Потом сказали, что придут к нам домой, зададут вопросы, ну и потом я вам все расскажу, что как и будет. Нужно быть естественным, ничего не переживать, и все будет хорошо. Мои дорогие. С меня где-то 5 минут, и все, и мы сейчас, знаете, куда пришли? Тут какая-то база в Мерсине, где делают оптовые закупки овощей, и вот посмотрите, какая она большая, все сюда на автобусах, на машинах заезжают, находится на окраине Мерсина, видите? Короче говоря, пойдем сейчас пройдемся с мужем, посмотрим, что почем, и расскажу вам обязательно, если будет возможность, сниму. Оптом. Здесь закупки делают. Киви. Эти киви. Вот где покупают все. Видите, сколько праса. Вот здесь покупают, оказывается, и потом на базарах продают, друзья мои. Вот лимоны. У него лимоны. Друга моего, какие лимоны красивые. Друг нас пригласил на чай. И тут такое объявление. Сколько почем продается? Ну, знаете, что здесь не продается килограммами, только кассой надо. Вот касса вот такой вот ящик лимонов, сказал по 3 лиры. Но они отборные в Карфуре, и они, наверное, очень дорого стоят, такие лимоны. Так что вот так сидим, друзья мои, попали в депо. Это друг с работой моего мужа. Что, Ашкем? Да. Мераба. Мераба. Друзья мои, мы только сейчас возвращаемся домой со Ашкемом. Мы сделали такие хорошие дела. Во-первых, закончили все дела с гражданством, да? Потом с полтретьего мы с Натальей и ее супругом нашли им квартиру. Сначала нас повез риэлтор
в одно место, в одну квартиру, где Университетская улица. Это почти там возле гор. Квартира нам не понравилась. Сели, думаем, боже мой, что делать? Где искать? Как помочь людям? Наталья с Украины, чтобы вы знали. И возвращаться некуда. Но надо как где-то жить. Естественно, так подорожали квартиры. Очень дорогие, и они не могут там, где сейчас живут, продолжать жить. И мы им до этого сказали, чтобы они выписали там, где что найдут, выписали, и мы позвоним. Мы сели в парке и начали обзванивать по всем их номерам, которые они нашли. И в итоге, друзья мои, попалась нам одна квартира, и в итоге, друзья мои, мы нашли квартиру, им понравилось. Мы сегодня находили 14 тысяч шагов, очень долго шли, но сделали хорошее дело. Завтра будем оформлять все у нотариуса, друзья мои, и ключи передадут Наталье и ее мужу. Вот такие вот дела. Мы сейчас зашли к ее другу, здесь, с кем он гуляет. У Ашкыма, у мужа моего, нету сил больше ходить. Поэтому мы сейчас купим хлебушек и возвратимся домой. Я очень рада, что наконец-то мы нашли им дом. Находится в нашем районе, Мезетли. Очень близко от нас. Действительно, квартира очень хорошая, солнечная. И взяли очень выгодно. По 2300. Мой муж торговался, 2500 они захотели, но так как они дают за год, они пошли на уступки, и за 2300 мы нашли квартиру 1+1 на третьем этаже, солнечная, очень уютная, просторная, в общем, шикарная квартира. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.